И всем привет! Сегодня мы будем с вами играть в Soccer Star. Мы будем проходить всякие уровни футбольные. Но можно заметить, что у меня тут уровни пройдены некоторые, потому что я начинал уже играть. Даже видно то, что у меня там 100 звезд. Но для ролика я начну сначала. Будем играть либо по сезону, ну, там, по 20 игр. Или же игр по 10. Ну, как получится. Если быстро, то по сезону. Если медленно, то по 10. Так. Гол. Уровень завершен. Так, второй уровень. Молодежная команда. Так, подача. Удар и гол. Удар головой. 21-я минута. Аршавин. Третья. Опять молодежная команда. Ну, за это видео мы 100% пройдем 20 уровней. Догоняй. Эх, какой сейф. Написали сверху. И ближний. Фу, я косой. Господи. Что-то подвисает. Ну, так. И... Да. Я подумал, уже летит выше. Уровень завершен. Третий. Молодежная команда. В данной игре я прошел где-то 41 уровень. Так. Ну, в эту игру я играю давно. И у меня был где-то, ну, 400-й, может. Так, какую я тренировку сейчас делал? А, я делал 4-ю, 5-ю я не делал. Так, тут навес углового, удар, Аршавин, гол. Уровень завершен. Так, дальше. Шестой. Опять молодежка. О, штрафной удар. Аршавин разбегается. Удар. Гол. Шведой. Шведой. Так, седьмой левел. Пас в разрез. И бить. Ой, перекрутил слишком. Надо было либо в дальний, либо просто прямым в нижний. Ой, в ближний. Ну и в нижний. Так, забивает Аршавин. Опять тренировка. Так, пас на забегание. Тут навес или пас, тут навес. Удар, сейф. Столкновение. Мы не прошли этот уровень заново. Тут уже давайте на другого. А, нет, не получится. Что с вратарем? Во. Я сейчас промахнулся. А, нет, я не промахнулся. Прям в самую-самую девятину заложил. Так, девятый левел. Спартак, Москва, Меланцини. Ну, я тут, конечно же, выбрал Спартак. За наших. Ну, бей. Да. Хорош Аршавин. Аршавкин. Девятый уровень пройден на 3 звезды. Так, теперь 10. Так я взял Милан или Спартак? Я забыл. Из-за того, что я в карьере взял Милан, ну вот на 41 уровне, у меня сейчас вот начальные уровни будут не за Спартак Москва, а за Миланом. Но это тоже нам не помешает. Ну, конечно, итальянская команда играть против русских. Ну, в России, хоть я и не фан Зенита, но там только Зенит, Спартак,
Динамо, вот ЦСКА, на более-менее, ну и Локомотив, более-менее, которые могут что-то сделать. А, то самое ЦСКА Реал 3-0. Show the flag. Так, навес. Опа. Плохо сыграл защитник. Ну и тут, конечно же, гол Аршавина. На 84-й минуте 2-1. Мы выиграли против Динамо. Ну, Динамо хоть нам какую-то конкуренцию составила. Ой, ну по Уралу мы сейчас даже его не заметим, наверное. Так, выбрасывай. Что вы делаете? Выбрасывайте аут нормально. Так, перехват. Пас. И не догоняет Аршавин. Так. Почему-то у меня с аутами всегда проблема была. Навес. А, нет, пас низом на Аршавина. Шанс. И гол. Мощно. 1-0 мы ведем. А все, 1-0. Ну, ожидал я голов побольше. Так, дальше. Тренировочка. Ой, помню этот уровень. Опач. Ой, христовина. Я думал, сейчас такое заложу. Ну, как я? Аршавин. В стенку. Ну, кстати, закрутилось очень хорошо. Еще. Да ну, блин, капец я косой. Так, не сдаемся. И... Ах ты ж, христовина. Низом. Низом сейвит. Ай, штанга. Не, я даже добивание забивать не буду. Я хочу штрафной. Я своего добьюсь. Ой-ой-ой, сказал же. Сдержал слово просто. Ничего себе, вложил, заложил, переложил просто. О, теперь я за сборную играю. Выбрал я сборную России. Так, сюда бы стоит отдать на звездочку. Так, дальше пас обратно. И тут можно навесик. Можно навесик. А, нет. О, хитро, кстати. Можно дать сюда. И сейчас навес с правого фланга. Навес правого фланга. Удар. Давай. А, нет, не капитан бьет. Я думаю, хотел уже сказать, капитан, бей. Так, третий номер. Навес на капитана давай. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то подлагивает. Но это нам не мешает. Чтобы не забить. А, нет. Я думал, забью. Сначала я подумал, не забью, потом кого-то я забил, а потом не забил. Странно как-то. Ну, мы тут будем проходить до конца, потому что тут уже уровень так достаточно. Ну и время. Ну, время пока мало прошло. Ой-ой-ой, вот это ошибка. Ну, тут не буду звезду собирать. 2-2 с Казахстаном. Ну, в России не всегда была команда прям вау. О, я помню, как я за Спартак проиграл Зениту. Сейчас с Миланом. Но Милан Зенит должен выносить. Сейчас будет месть. А, забыл. Это бот просто все устраивает. Тут мы даже за Милан проиграем. Да тут хоть Манчестер Юнайтед возьми. Мы проиграем. Это бот нам все решает. Кто выиграет, кто проиграет. Потому что, не знаю. Вот нету команды, через себя нету команды, которая может все. А, сразу на голову пришла фразочка Барселона ПСЖ 6-1, а в первом матче 4-0. Ну, тогда только Барселона что-то могла. Барселона тогда являлась, ну, по моему мнению,
ну и почти, мне кажется, по мнению всех, самой наилучшей командой. Ну и сейчас неплохие трансферы Барселона. Как он это брал? Ну ладно. Барселона провела, кстати, неплохие трансферы. Они там договорились уже о контракте с Кунде. Ну, договариваются со Спиликуэтой. Подписали Левандовского. Кто еще? Дальше они подписали Рафинью. Продлили контракт с Дембеле. Ну, в основном Гави там хорошо заиграл, Педри. Ну, Хави там что-то неладное замышляется. Мне кажется, он хочет вернуть Барселону. Его молодежки. Ну, скоро-скоро мы уже будем потихоньку заканчивать видео, потому что это 18 уровень. И тут должен последовать удар. О, у меня 5%. Ну вот как раз хватит нам 5% до конца видео. Так, извиняюсь за то, что вас отвлек. Так, 18 уровень пройден. 19. Ну, раз мы уже почти закончили. Ну, может быть, продолжение выйдет. Ну, продолжение точно выйдет. Но вот, поскольку я недавно выложил ролик про FIFA Mobile, ну, там звуком что-то не так было. Надеюсь, это хоть со звуком нормально будет. Но вот тут эта игра жестко подлагивает. Ну, вот, не знаю, ну, вот, она везде просто лагает. Ну, не говоря, кроме там каких-нибудь Redmi 10 или Redmi 9, или там iPhone 13 Pro Max, или, ну, 14, не знаю, он еще, по-моему, не вышел. Но я не слежу за этими событиями. Так, судья назначает пенальти. Я знаю, бот знает, куда я буду бить, на звездочку. Ну, я мог звездочку не собирать, и вратарь бы прыгнул влево. Ну, с ударом Аршавина там бы он точно не справился. Ну, последний уровень, к сожалению. Стоп, Москва. Я что, против Спартака играю? Или какой-то Москвы? Ой, если я сейчас забью... Я не забил. Просто я тут не заметил вот эту вот чубрика со звездочкой, который сейчас забьет. Я же сказал же. Аршавин. О, уровень завершен. Но сезон 2. Но я там тоже все прошел. Но мы будем с вами прощаться. Продолжение выйдет где-то на... Ну, я также многого не прошу, как и в прошлом видео. Лайка 2. Или вот если вы поставите 5, как я и сказала с Ифой, то я сразу выпущу до 40 уровня. Но видео затянется там жестко, если вы 5 лайков наберете. С Ифой у меня то же самое. Вот если вы 5 набираете, то я там прохожу оставшиеся уровни. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами был Хайперон. Всем пока-пока.